тема урока – миграция морских котов. Миграция морских котов. Миграция означает путь домой. Домой. Туда, где родился. Откуда они все знают, куда плыть? Это инстинкт, врожденная память, которую просто невозможно стереть. Мои мама и папа! У меня есть семья! Мы тебя не забудем, Дори. А вдруг я забуду вас? Я по ним скучаю. Тебе знакомо это чувство? Да. Так поплыли скорее! Ой, как крутит! Здорово, да? Нет! У меня живот крутит! Вы мне поможете? Простите, я ужасно плаваю. А по-моему, чудесно. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Дори? Да. Дори? Да. Мы с тобой дружили. Да ну. Было классно. Я рассказывала историю, а потом ты ее забывала. А я пересказывала ее снова и снова. Я ищу своих родных. Ты свихнулась. Это опасно. Руки. Руки? Мама? О, святой Нептун. Это определенно. Простите, я моргну. Вы так долго таращитесь. А? Что происходит? Эй, кто-нибудь? Эй, ты. Здрасте, вы мне поможете? А? Не то.